Всем привет! Скорее всего, каждый из вас слышал либо читал об удивительных историях, когда коты возвращались домой за тысячи километров. Кошки являются удивительными созданиями. Их грациозность и непредсказуемость делают питомца любимым членом семьи. Некоторые из них способны просто удивлять и восхищать. Это касается и способности вернуться домой даже с самых больших расстояний. Давно известно, что животное, которое привыкло к дому, где его любят, балуют, ласкают, способно преодолеть не один десяток километров для того, чтобы найти свою обитель. Проведено множество экспериментов, в ходе которых пытались запутать животное. Их увозили на большое расстояние от дома, давали снотворное, путали, но животное все равно находило дорогу домой. Тогда попробовали использовать магнитный полюс Земли и выяснили, что кошки ориентируются благодаря умению реагировать на земное притяжение. Казалось бы, что тут удивительного, ведь птицы тоже находят дорогу домой благодаря магнитному полюсу Земли. Но с кошкой все выглядит немного по-другому. Сколько еще загадок хранится в этом животном? Способность кошки возвращаться в любимый дом, даже если ее увезли на несколько километров, подтверждена многими очевидцами. Причем возвращаются как дворовые, так и домашние питомцы, которые никогда ранее не выходили на улицу. Гарантии, что потерявшийся кот вернется, конечно же, не даст никто. Это зависит от характера животного, его способности ориентироваться, умения приспосабливаться к другим условиям. В таких ситуациях многие животные просто погибают во время своего путешествия. Если котик был совсем домашним и не выходил из дома, не гулял, а вдруг потерялся, ему придется приспосабливаться к новым жизненным условиям. Насколько получится у него находить корм, спасаться от опасности и найти место для ночлега, зависит только от его возможностей. В общем, кошки обладают высоким уровнем выживания, и их способности найти дорогу домой и вернуться через неделю, два месяца, а то и более, доказано многими очевидцами. Существуют также истории, когда кот возвращался домой более чем через два года. В США была такая история. Хозяйка кота Томаса была очень большой любительницей путешествий по стране. Как-то она собралась на несколько дней путешествия по горному району и решила взять в компаньона своего кота Томаса, поскольку на тот момент его не было с кем оставить. Кот немного попутешествовал и сбежал на ближайшей стоянке. Оказалось, что Томас решил самостоятельно вернуться из путешествия домой. Возвращение заняло около 7 дней. За это время кот прошел около 500 километров и целый невредимый вернулся домой на радость хозяйке. Так почему же некоторые кошки возвращаются домой, а большая часть потерявшихся исчезает навсегда? Несколько лет назад один немецкий ученый провел любопытный эксперимент. Он собрал у кошковладельцев их питомцев, посадил каждого кота в отдельную коробку и долго возил их по сложному извилистому маршруту. Затем он отвез кисок в поле, где был построен закрытый сверху лабиринт с множеством выходов. Предполагалось, что таким образом коты не смогут ориентироваться по солнцу или по звездам. В ходе эксперимента оказалось, что большинство кошачьих выбирали тот выход, который был направлен в сторону их дома. Результаты эксперимента были доложены на международной конференции. Однако большинство ученых отнеслись к этому сообщению скептически. Трудно было поверить в то, что, когда кошек возили по запутанному маршруту, они запомнили путь фургона со всеми поворотами, а потом восстановили маршрут следования в обратном порядке. Американские зоологи повторили эксперимент немецких коллег, только с той лишь разницей, что во время путешествия коты получили снотворное и спали как убиты. После пробуждения они все успешно вернулись домой. С той поры было проведено много разных экспериментов с кошками, и все они показали, что наши усато-хвостатые любимцы очень чувствительны к магнитному полю Земли. Именно такая особенность помогает кискам находить дорогу домой. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые прикрепляли к телу кошки сильный магнит. Оказалось, что в этом случае они полностью утрачивали способность определять правильный путь. Большое количество экспериментов позволило выдвинуть несколько гипотез, почему некоторые кошки способны находить дорогу домой. Однако до сих пор мы не можем с уверенностью ответить на этот вопрос. Кошки – очень загадочное создание. Науке предстоит сделать еще много открытий о кошках, которые являются спутниками человека на протяжении многих столетий.